сегодня замечательный день. Историческое событие практически не только для Балакова, а всего севера Саратовской области, наверное, даже в целом для Саратовской области. Мы сегодня видим погрузочные работы нашего аппарата, долгожданного ангиографа. Мы ждали этот аппарат, наконец-то он сегодня прибыл. Ориентировочно они обещают завершить монтаж 15-20 декабря. Есть еще этап лицензирования. Постараемся это сделать в максимально короткие сроки. Этот аппарат поступает в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Данный вид исследования позволит значительно повлиять на состояние здоровья, на выздоровление пациентов, у которых случились катастрофы, инфаркты. И все это позволит сохранить жизни. У нас, в принципе, все есть. КТ, МРТ, персонал обученный. Но нужен аппарат, который бы позволил видеть состояние коронарных сосудов, то есть в каком именно случилась в сосуде катастрофа, для того, чтобы своевременно предотвратить или уменьшить хотя бы зону инфаркта. То есть от этого будет зависеть практически жизнь пациента. То есть инфаркт случился, и мы в первые же часы имеем возможность убрать этот тромб, при необходимости установить стенд. Ну, в общем-то, для нас это достаточно все новое, но технологию мы понимаем. Население, охват предполагается, где-то 450 тысяч жителей Саратовской области, они по маршрутизации будут к нам направляться. Порядка 10-12 районов, то есть это весь север Саратовской области, это Пугачевский межрайонный центр привозит со своими районами нам пациентов. Наш Балаковский, у нас уже свои районы закрепленные были всегда, как ПСО. И Вольский. Поэтому событие действительно знаменательное. Очень хороший день. Мы рады и мы ждали, когда это случится.